Лен, короче, хорошие сапоги надо брать. Я довольна. Мне нравится. Чё, красиво сидеть в них можно тоже. Так, девчонки, образ номер два. Смотрите, какое крутое платье с бахромой. Его очень легко стилизовать вообще абсолютно. Можно косуху сверху, там пиджак какой-нибудь прикольный. Я не знаю, тоже. Смотрите, как клево и необычно смотрится. Я обожаю такие вещи, мне они очень нравятся. Никакой пояс не нужен, но кто хочет, пожалуйста, но мне нравится и так. Просто офигенно смотрится. Видите, как круто. Девчонки, мы этой осенью должны быть самые стильные, самые модные. Ссылки я оставляю здесь, где можно купить первый и второй образ. Ну, на мой взгляд, просто офигенно. Еще раз повторюсь, да, необычный крой, но в то же время легко вписывается в гардероб и легко комбинируется. Пиджаки, косуха, укороченные куртки, вот. Но мне больше нравится с ботинками. Конечно, туфли я здесь вообще не вижу. Сапоги, ботинки, казаки. Это хлопок, очень комфортный материал. Все ссылки я оставлю, где можно приобрести.